Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. С вами Попович Сергей. Как обещал и как просили, обзор своей коллекции. Вот, предупреждаю сразу, ничего сверхъестественного у меня нет, все очень просто. Собираю я растения только те, которые мне нравятся. Неважно, дорогие они, редкостные или простенькие, стоят у всех на каждом окне. Если мне растение нравится, я его себе в коллекцию, конечно, беру, тащу, как хотите. Вот. Значит, вот это то, что я вам сейчас показываю, значит, в этой комнате и с освещением. Не могу сказать, что они у меня зимуют, они у меня не зимуют, они у меня тут растут. Вот здесь я держу растения, которые, скажем так, я не хотел бы, чтобы они цвели, или они никакого интереса как цветущие не представляют для меня. То есть там хаворти, ну, к примеру, мне как бы они нравятся больше за свои листочки, и их цветы мне не очень интересны. Или те растения, которые я знаю, что не зацветут по весне, то есть сферокактусы, например, какие-то, или там, ну, те кактусы, которые я точно знаю, что этой весной цвести не будут. Вот, поэтому назвать это зимовкой я не могу. Здесь у меня температура 26 градусов. Вот, видите, 26, бывает до 29, ну, чаще всего 29. Это зависит от того, как часто я в эту комнату открываю дверь. Лампы у меня сейчас все я поднял специально, чтобы вам сделать это видео. Все лампы у меня подняты. В прошлом видео я показывал, лампы у меня находятся на расстоянии 80 сантиметров. Сделано у меня, как видите, все просто. На саморезиках, на пешечках, досочки, стеллажи сделаны. То есть из подручных материалов. Ну, давайте немножко пробежимся по коллекции. В основном это, конечно, хаворти. Не обращайте внимания на название. Может быть, для кого-то, для супер каких-то крутых специалистов они покажутся и неправильными. Может быть, правильные, я не знаю. Ну, стараюсь, конечно, следить за этим. Вот. Еще большая просьбочка. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии здесь на YouTube, а не в ВКонтактах и не в Одноклассниках. Вот. Вам это, как говорится, ничего не стоит, а мне будет приятно. Думаю, почему все так говорят. Ну, когда у самого не было канала и все говорят, ставьте лайки, ставьте то, а потом понял, что не так-то просто снять это видео и выставить сюда это все. Ну, как бы так. Скажу то же самое. Мне будет приятно на YouTube это все увидеть. Ну, вот, как бы, поехали. Айсити, так называемая. Хотел сначала не снимать видео, хотел подождать весны, пока будет это все красиво. А потом подумал, думаю, да пусть будет так, как оно есть, со всеми прекрасами и непрекрасами, потому что есть вот такие вот вещи, которые вот поприходили вытянутые, долго шли в мокрой земле, листья повытягивались, в петрушку было все превращено, пришлось вот пообрезать все это, и теперь приводим это все в порядок. Ну, как я вижу, все нормально. Все пошло, все растет, и все, как говорится, красиво. Поэтому, ну, еще не красиво, но, как видите, вот так вот. Действительно, говорят, что можно с растением делать, особенно с хавортиями, чтобы убить его. Ну, по-моему, ну, неубиваемые растения. Вот просто, ну, вот есть вот фрития, алойки. Вот. Я думаю, названия, наверное, все не буду говорить, потому что, ну, в принципе, все эти названия либо вот подписаны, я веду медленно, либо вы их все знаете, потому что, говорю, растения очень простые. Большое спасибо всем тем, кто общается со мной в Одноклассниках в основном, ВКонтакте я очень редко захожу,
и помогают, потому что начинал я растениями заниматься лет в 9-10 вместе с папой, он как бы меня на это все подсадил. Потом был промежуток большой, лет, наверное, 30, может, даже и больше не было возможности у меня этим заниматься. Вот 2 года назад я начал потихонечку, ну, если так можно сказать, и покупать семена начал, высаживать, и все поехало. Поэтому большое, знаете, как, кто научился на велосипеде ездить, тот уже, наверное, не разучится. Но все равно технологии идут вперед. Какие-то новые горшки, какие-то новые вещи для почвы. И уже все это позабывалось. Но сейчас как бы начал все вспоминать. И благодаря тем людям, которые отвечают на вопросы, которые я задаю в личке. И большое им спасибо. Вот, кстати, Наталья. Ой, нет, это Влада. Влада, город Гулькевичи. Вот мне присылала вот эти. Влада, если видишь свои хаворти, пожалуйста. Вот такусенькие были, а теперь вот такие. Вот тоже твои хаворти. Как я говорю, все просто. Ну, вот они мне понравились. Я решил, что пусть будут в коллекции. Вот они хоть еще и маленькие, но вот лошадинообразная, или как-то она там называется, с той стороны нормальное название написано. Не помню, как оно по латыни. Вот, кстати, твои гастерии тоже от Влады. Это все Гулькевичи. Вот, значит, Наталья, город Сызрань, мне помогла. Вот Хаворти Байри. Наталья тоже, если увидите, вот посмотрите, какие ваши купери, веноза, какие ваши хаворти стали. Вот ваши пикта, эстер хаузени, вот трункатки две ваши. Вот такие уже красавицы стали. Даже вот такие вещи. Вот вроде бы незрачная, а вроде бы, ну, как многие, чуть ли не мусором считают. Но знают, цветы ужасно пахнут, но тем не менее они красивые. Ну, пусть будет. Почему бы и нет? Имеет право на жизнь, как говорится. Вот. Ну, давайте на ту сторону перейдем немножко. Вот алойки интересные тут есть. Вот такие вот две штучки там. Названия у них большие по латыни. Это мне город Шахты, Наталья Армейского. Привет тебе, тоже большое спасибо. Тоже много мне растений присылает. Вот рекламу вам делаю бесплатную. Вот тут у меня вот пикты, пикта Куба. Вот. Так, если там сильное дрожание, как бы я еще не совсем крутой блогер, но вот так вот как-то вот стараюсь. Вот пурпузорум, вот такая у меня вот, говорят, от цвета зависит. Видите, аж красная она уже. Я уже столько листьев там пообдирал и поукоренял, и она уже столько мне приплода дала. Ну вот даже не видно, что там листья ободраны. Она уже как каланча у меня стоит. Вот ретуза, самая обыкновенная, но они мне нравятся. Это первые, кстати, мои хаворти, которые я приобрел. Хорошее растение, очень мне нравится. Кристалл Болл. Я себя стараюсь оставлять в коллекцию по 10 растений. Вот. Ну вот какие-то очень хорошо. Какие-то вот еще вот, ну, все растут, как бы центральный лист вот лезет, но вот в таком состоянии, а кто-то вот очень даже и очень жирненькие такие, хорошие. Вот хаворти сейчас вообще хорошо растут, повыпускали все цветоносы, мунстоун. Ну, я думаю, что все эти растения практически, наверное, у всех в коллекциях они есть. Вот такие вот, кто помнит фотографии летние, какие они маленькие были и какие сейчас. Вот лапидарии там две штучки пока. Вот. Эуфорби. Ну, вот такие вот есть.
Трунката-то, гибриды. Вот. Но эту полку, я думаю, тут много не надо времени уделять, потому что просто вот как бы в объектив попало. Это то, что у меня есть отдельное видео, как я их рассадил. И тут как бы кто захочет, тот посмотрит это видео. Ну, давайте по нижней полочке пройдемся. Так, это у меня турбинекарпусы. Вот, название называть не буду. Это я вот то, что наверху полплошечки рассадил. А вот до турбинекарпусов еще как бы и не дошел. Им тоже по 8 месяцев. Все разной, как говорится, величины. Кто-то скажет, подтянулись. Но ничего страшного. Никуда они не уйдут. Все будет нормально. Вот здесь тоже немножко у меня вот астрофитум и капосы. Для тех, кто не знает, это скрестили каприкорне и астериас. Очень интересный, устоявшийся, я считаю, такой гибрид. Кстати, если я говорю что-то неправильно, поправляйте в комментариях, пишите. Потому что познания у меня ботанические, наверное, не очень хорошие, можно сказать, нулевые. Вот, кстати, нравится мне очень, вот, по-моему, тефрокактус называется. Очень нравится, у меня их очень много. Там он еще есть. Вот, так что поправляйте. Вот, как я и говорил, приплоды. Уже забыл, как называется. Листики очень хорошо растут. Вот тоже поукоренялось все шикарно, хорошо. Вот лойка, лихтенберги. Вот тоже с листочков. Вот тоже с листочков. Вот такие вот. Есть у меня тут такая вот плошечка, в которую я, ну, все кидаю. Ну, что не кинешь, все растет. Вот как-то первый раз кинул, и все, и пошло. Я даже не менял тут ни состав, ни грунта, ничего. Чего не кинешь, все растет. Вот крышечкой закрываю, даже место положения не меняю. И все растет, и укореняется. Так, там тоже у меня сеянцы. Им где-то тоже, наверное, месяцев по 8. Не знаю, так вот дотянется камера, дотянется. Там гемокалициумы, лобивии, астрофитумы, корефанты. Это все с семян. Это все с семян. Тут вот каприкорны. Каприкорны всевозможные, разные, если обратите внимание. Надо еще раз разбираться вот с этими названиями, потому что, ну, я думаю, что это уже не каприкорны, и колючка рыжая, и совершенно другая. Вот, придется тут разбираться. Хотя вот есть каприкорны гораздо больше, но почему-то они без колючек. А эти... Вот, Андрей, Оксана, большое вам спасибо. Это вот ваши уже такие вымахали. Ребуции тоже ваши. Вот ваши. Это я все брал у Андрея и у Оксаны ложечка, но они гораздо, конечно, меньше были. Вот это город Орел. Вот сейчас они вот такие вот красавцы уже стали. Чуть-чуть ферокактусов. Раньше по молодости любимый мой кактус, это я с ума сходил, был ферокактус. Потом что-то как-то на породе смотреть не мог, а сейчас, например, вот породе мне очень нравится. Вот такие вот вещи. Вот, кстати, две лобивии стоят, аж подпертые, громадные. Вот им год и 1 месяц. Это сеянцев мои. Вот такие вот две громадины. Но с ними что-то надо будет делать, наверное, или обрезать, укоренять. А может быть, еще вширь пойдут. Вот. Это вот все ребуции, ребуции. Эти пришлось обрезать, повытягивались. Но тоже ничего страшного, я думаю. Вот тоже с листочков тут. Эти вот в себя приходят. Хаортии. Вот эта лойка такая есть, понравилась мне. Почему бы не купить? Почему бы не приобрести? Это вот я по нижнему ряду прошелся. Сейчас еще с этой стороны. Вот такие. Это тоже хавортии, насколько я понимаю. Вот, пожалуйста, ферокактусы. Да пусть растут, потому что, ну, цвести они все равно не будут. Зачем их на зимовку ставить? Покажу зимовку свою. Есть у меня. Вот тоже хавортии тут
приходят, как говорится, в порядок. Вот медиолобивии повытягивались, это первые моисеенцы. Вот сейчас я их обрезаю, укореняю. Уже там есть чуть-чуть, ну и здесь чуть-чуть. Телокактусы, астрофитумы. Не знаю, быстро веду, не быстро веду. Лихтенбергии. Вот лихтенбергиям этим полтора года. Вот такие вот красавцы. Это семян. Вот. Эхиноцериусы, акантокалициумы, цефалоцериус сенили, как дед его называют, или борода деда, голова деда, кто как. Вот тефрокактусы с черной колючкой, орнатумы. Ну вот это с этой стороны полушечка у нас. Вот они, укорененные уже медиолобивии, которые я пообрезал, потому что повытягивались. Ну эти тоже, может быть, чуть-чуть вытянулись, лобивии, гинако. Ну они нормально придут в свое состояние, никуда они не денутся. Ну вот опять ферокактусы, тефрокактусы, которые, хотя и на окнах они у меня стоят при 12 градусах, ничего страшного. Вот. Ну, какие-то уже поприходили подтянутые, в порядок приводим. Ну, это астрофитум каприкорне, как вы видите. Вот. Ну, вот это вот где-то так. Какое видео получится, потом напишите мне. Быстро вел, не быстро, дергались руки, не дергались, или камера. Вот, ну и вот здесь у меня лампы никак не поднять, только вот так могу показать. Здесь у меня лампы не двигаются, это сеянцы, астрофитумы, акантокалициумы и синопсис ауреа 817. Ну кто-то его называет лобивией, я считаю, что это эхинопсис. До лобивии ему далеко. Ну и акантокалициум. Ну я думаю, суть дела это не меняет. Вот. Там вдалеке фролейки стоят. Только головы видно. Тоже эссенцил. Так. Здесь тоже астрофитумы каприкорные, лафофорки. И вдалеке там эхинофасула кактусы. Вот. По-другому никак я их не смогу показать, только так. Ну и здесь вот у меня сборная солянка, в основном это тефрокактусы, как я говорю, мне нравится громадная колючка у них. Вот потом тут литопсы чуть-чуть у меня, вообще 4 штучки. Вот эхиверии. Вот так, наверное, подальше надо немножко. Так вот. Ну, понравились мне эти эхиверии, я решил их в коллекцию кинуть. Что-то у меня свет погас. Вот дакия там, мамиллярии, мелокактусы. Вот так вот, это все мелокактусы. Вот, ну и сейчас на паузу нажму, покажу, что у меня на зимовке. Вот, а на зимовке у меня вот то, что стоит на окнах. Это то, что я знаю, что будет цвести, и я хочу, чтобы это цвело. Не все тут красиво, я вижу, да, повытягивались, это вот такие мне уже поприходили. Ну ничего, приведем в порядок, где-то обрежем, где-то детки укореним. Вот, на улице сейчас минус 25 у нас. Что-то даже вот засохло уже, но ничего страшного. Ничего страшного. Север есть север. Все-таки я считаю, что это северный регион у нас. Вот. Вот зимуют они у меня на окнах. Температура здесь 12 градусов. В том году зимовали шикарно. Перезимовали, и все нормально было. И зацвели все. Я думаю, в этом году то же самое. Вот провод. Вот это у меня одно окно.
Так они зимуют. Ниже я температуру не хочу опускать и даже проверять не буду. Знаю, что выносят они. Помню, в детстве даже и не заносили. И прям под снегом зимовали, правда, не в этом регионе, а в другом. Вот. Ну, крупные, маленькие, конечно, нет. Большие астрофитумы, гимнокалицумы после снега даже всю зиму стояли и нормально. Но там маленькие, конечно, погибают, такой холод не выдерживают. Мы тоже с вами выдерживаем и минус 40, и минус 60, но, наверное, нам не очень комфортно себя чувствовать в этих условиях. Поэтому я считаю, что издеваться над растениями не надо. Нормальная зимовка, я считаю, 12-15 градусов. Для мелокактусов так точно 15 градусов. Ну, вот у меня 12 градусов стоят. Все цветет и все замечательно. Ниже я не хочу издеваться над растениями, экспериментировать. Это уже проверено не только мной, но и многими садоводами-любителями. Вообще, чем хороши эти видео, когда мы делимся? Когда мы делимся, вот информация. Так, сейчас пойду, как хотел показать. Вот эхинопсисы. Вот на каждом окне. Ну, он мне нравится, у него красивый цветок. У него красивый розовый цветок, поэтому я решил себе его оставить. Как я говорил, оставляю все, что... Как я считаю, король кактусов, куда ни воткни, везде растет. И всегда цветет, и никогда не погибнет. Самый настоящий король. Так, сейчас на паузу и на другое окно пойдем. Так, продолжаем снимать зимовку. Это второе мое окно. Вот второе окно вот так выглядит. Тут у нас эспостойки. Да, в принципе, все. Ферокактусы. Ну, просто большой, и там некуда было его поставить. Я понимаю, что тут цвести он не будет. Это кактус, или как его пародии тут называют, вот этот вот. Вот. Света тут мало, конечно, на этом окне. Это вам на видео кажется, что много света. На самом деле, Вологодская область, это тут погода у нас как в Питере, даже пожестче, наверное, я так сказал, астрофитумы. Вот. Ну, тоже всего по чуть-чуть. Но здесь в основном либо большие, либо то, что я знаю, что будет цвести. Вот. И эхинопсисы. Вот акантокалицумы, мамиллярии. Всего по чуть-чуть, как говорится. Мне вот хоть мамиллярии не нравятся, но вот глядя на вот эту громадину, ну, размеры ее, ну вот можете вот больше руки. Вот как-то так. Ну, очень большая. Вся в детках красивая. Вот. Да, что-то и потянулось. Придется обрезать. Ферокактусы, гимнокалицумы. Вот. Вот эти вот три кактуса я привез с Украины, с Донбасса. Это еще от первой коллекции. Вот живые. Им лет уже, я даже не знаю, сколько им лет. Тоже. Ну как, не знаю, громадины, не громадины, но такие не маленькие они. Такие вот. Ну, эхинофасула кактус грузони тут как бы вообще без слов, потому что на сегодняшний день его просто можно пойти в магазин и за 3-4 тысячи купить в 2-3 раза больше. Но, тем не менее, это с первой коллекции. И ребуцы даже есть в том году шикарно отцвели. Ну, вот, как бы с детства вот эта любовь к ферокактусам у меня, видать, осталась. Не могу я пройти мимо таких красавцев. Поэтому выращиваем. Вот. Это вот у меня зима. Третье окно я вам не буду показывать. Там, в принципе, все то же самое. Вот. Ну. Вот так вот. 12.
Ну, может быть, 13-12 градусов. Ну, а на улице у нас... На улице. На улице понятно, что у нас на улице. Наверное, как во всех северных городах. Вот так вот. Снег, минус. Вообще зима была теплая, но как-то вот так. Ну, в принципе, вот и все. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии. Вот. Еще постараюсь снять о грунте, о земле, в которой у меня содержится вся эта красота. Потому что многие спрашивают. Опять-таки спрашивают в одноклассниках, пишут в личку. Вот. Ну, надеюсь, что начнут тут как-то что-то писать и ставить лайки. Вот. За мои труды. Я не так думал, это все тяжело. Я думал, это все гораздо проще. Снять видео, выложить, шапку сделать, это гораздо труднее. На страшные окна не обращайте внимания. Главное, что растения себя хорошо чувствуют. Вот. До новых встреч. Всем удачи. Всем хорошей зимовки. Вот. Не надо, чтобы пропадали у вас кактусы. Вот. Ну, я думаю, скоро встретимся. Сделаю видео по земле, по грунту, как я делаю. И будем обмениваться результатами. Будем сотрудничать дальше. Еще всем большое спасибо. До свидания.